Добрейшего времени суток, дорогие друзья. С вами Док Браун. Мы продолжаем играть в Outlast. И если честно, я не могу понять в упор, где я. А, все, понятно. Это просто засейвилось криво. Я сейвился тогда снизу, на этаж ниже мы. Там остановились, а после загрузки, как бы, видимо, меня перебросило, ну, сразу на этаж выше. Думаю, все... Закрыто. Думаю, все помнят, какой адовой была прошлая серия. Follow the blood. Следуй за кровью. Батарейки! И опять тьма. Замечательно. Ну, учитывая, что там есть батарейка, то можно сделать вывод, что я сейчас опять буду все обходить. Да, кстати, ребят, если вы до сих пор не надели наушники, как можно скорее исправьте эту ошибку. Мудилом, ну его нафиг. Не зря зашел. Так, у нас 6 батареек. Да что ж происходит, а? Вы видите, как тут фризит, а? ФПСы падают. На ровном месте причем. Тут явно что-то горело, боже. Как я хочу, чтобы это место... сгорело полностью. Давай, 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 лезь, ты сможешь. Это где только что было? Чекпоинт, если что. Нет слов, ребята. Твою мать! Честно, такой задницы я не ожидал. И где я? Просто замечательно. Серьезно, что может быть лучше? Я только не догоню, что здесь делать. Все-то закрыто. А-а-а.
же, я устаю от этой игры очень быстро. Казалось бы, я только что в нее зашел, а я уже устал, честное слово. Outlast это реально не та игра, которая дает возможность отдохнуть за ее прохождением. Ё-моё. Мне интересно, кто делал эти знаки? Конечно, батарейки. Батарейки всегда дохнут в самый подходящий момент. Это стабильно. Закрыто. Ну и пофиг. Твою, блин, да чтоб ты знаешь, куда делся, а? Офигеть. Лая... Нет, скорее всего тут Д недописанное. Хотя нет. А ладно, пофиг. На секунду мне показалось, что я слышал чьи-то шаги. А, не то. Заметки. Ложь. А, это Лая, ложь. Знакомый почерк, отец Мартин убил здесь кого-то. Ложь, о которой он твердит, досье, пропавшее из этих ящиков, записи, факты. Они похожи на материалы правительственного агентства. 30-летней давности или старше. Вспоминается МК Ультра, ЦРУ, назойливое жужжание не исчезает. Ой, ё-моё. Отец Мартин явно не боится крови. Твою! Идите нафиг, ребята! Зачем? Зачем я туда пошел? А мне туда и надо, кстати. Круто, я сделал круг всего-то навсего. Шо, мудила, да? Опять пришел тут своим достоинством трясти. Иди. А, я понял, тебя обойти. Сука, нельзя. Отрезал голову. Нормально. Нормально. Понял вас. Подожди. Подожди. Да ну. Угу. Давайте. А, вы расходитесь? Ребята. А это не сильно, не? Они не бегают. Воу-воу-воу. Погнали, погнали.
Най-н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 ай. Нафиг вас, парни. Закрыто. Нормалек. Не страшно. Мне только что показалось, что я слышал чьи-то разговоры. Голые мудаки, блин. Опять. Блин, а что здесь случилось? На пожар это не похоже, но тут явно что-то происходило. Отец Мартин, ты ли это? Я не хочу туда спускаться. Кажется, я могу там спуститься, но я не хочу. Я слышал чью-то болтовню, поэтому я не хочу спускаться. Нет, нет, камера, моя камера, твою мать, камера. Чтоб тебя, блин. Блин, 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 блин. Зашибись! Зашибись! Там кто-то вышел оттуда! Чтобы ориентироваться в темноте, необходима камера. Да ладно! Чуваки, вы чё, правда? Да вы гоните! Чтобы ориентироваться, необходима камера. Супер. Ребята, нет. То есть... Ладно. Ладно. А, капец, без пальца, а. И тут без пальца, и там без пальца. И что делать? Я просто чувствую, если я спущусь, я сюда не залезу. Блин. А чё он руки? Понятно. Понятно, парни. Нам вниз. Нам с вами вниз. Ай, капец. Ребята, ну у меня же были не галюники, правда. Ну там же кто-то вышел, кто-то был. Батарейки, просто супер. Честно, вот это то самое чувство, когда сказать просто нечего.
кто-то будет. Твою ж мать, мы опять вниз спускаемся. Слушайте, а это ж мы на самом... На каком это мы вообще? На третьем этаже. Третий этаж последний. Значит, мы сейчас, получается, спускаемся... А, нет. Третий этаж, обваленный пол. Это я второй. И это, значит, я спускаюсь... Тихо, тихо, мужик, прыгай. На первый. Походу, я сейчас на первый этаж спущусь. Блин, что-то зашуршало за спиной, я аж рыпанулся. А, ну да, мой самый любимый сосед решил опять заняться ремонтом. Твою, блин! Ребята, мы дойдем до ближайшего чекпоинта и закончим. Я пойду убивать соседа. Твою сука! А! Да пошел ты знаешь куда, блин, мудила, нафиг иди! Имбецил! А-а-а. Там кто-то сидит. Да ты красава, мужик! Нормально. Блин, а, едить! Ты ж япона, мама. Чувак, не впадай в истерику. Знаете что? Это самая подлая игра. Я сейчас пойду туда. И пока я буду в полной темноте брести до той фигни, светящейся, не знаю, что там, мониторы походу, обязательно какая-то фигня со мной приключится. Обязательно. Это... Найдите способ попасть на третий этаж. Едить! Что происходит? Что происходит? Какого? Да пошли вы нафиг все! Они за мной идут! Пошел ты! Блин, камера разбита! Идите нафиг от меня! Где? Где я должен пролезть? Где? Куда? Нет, 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 нет. Идите вон!
Как я должен попасть на третий этаж, вашу ж мать, а? Кто-нибудь скажет мне, а? Мудаки прибежали уже, мудаки уже здесь. Давай, сука, открывай дверь, понял вас. Я просто в ауте. Там одна единственная дверь. Как? Она не открывается. Она не открывается, куда лезть, я не знаю, меня сейчас замочат. Нафиг. А, здесь что-то есть. Нет, здесь ничего нету. Да вы забодали меня бить, а? Нельзя нигде залезть, нигде запрыгнуть. Уйдите! Батарейки садятся, я бегаю, мне плохо. Ладно, ребята. Вы знаете, начнем мы бегать от этих уродов, которые здесь в следующей серии. Я устал. Блин, я не знаю. Мы в следующей серии реально с вами найдем, где здесь лаз, куда вообще идти, куда бежать, куда залазить. И там потом уже разберемся, ребята. И мы выберемся отсюда, из этой дурки. С вами был Дак Браун, дорогие друзья. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, вступайте в группу ВКонтакте. Удачи вам, а я пошел разбираться с соседом. Пока-пока.